Стартовал сезон в элитном дивизионе российской женского баскетбола. В матче открытия «Динамо ГУВД» принимала на своей площадке «Надежду» из Оренбурга. Дмитрий Кондратьев следил за происходящим. Динамовкам соперник для старта в чемпионате достался очень непростой. Надежда из Оренбурга – бронзовый призер прошлого сезона. Тем не менее, первую половину игры хозяйки площадки провели на одном дыхании и ушли на перерыв, ведя в счете 34-31. Игра не очень была хорошей, вернее, не очень эффективной. Было очень много потерь. Это связано с первой игрой. Где-то немножко первое волнение. Оказывать достойное сопротивление фавориту «Динамо» помогали новые легионерки из Америки. Взаимопонимание Тернер и Спенсер с партнершами пока не идеальное. Да и физической готовности иностранкам на вторую половину не хватило. I think you can see that our team will fight, but we just had some turnovers in the key moments. Было видно, что наша команда готова бороться, но у нас были ошибки в самые важные моменты. Интрига в матче сохранялась до последних минут, но две грубые ошибки разыгрывающих привели к потере мяча, и «Надежда» смогла создать комфортный задел. Вот эти вот ошибки ключевые, которые у нас первые номера сделали, вот это мне позволило выиграть. Так, в принципе, и по статистике, и фрагментами было очень здорово. Поражение «Динамо» со счетом 61-66. Впереди гостевой матч против дебютанта премьер-лиги команды Ростов. Дмитрий Кондратьев, Андрей Куропаткин, «Вести», Новосибирск.